Из этого ролика вы узнаете о том, как служат в Росгвардии, на что жалуются срочники-росгвардейцы, чем полиция отличается от Росгвардии и почему они носят одинаковую форму, зачем старые добрые внутренние войска преобразовали в Росгвардию и правда ли, что Росгвардия массово закупает оружие, огнеметы и даже гранаты только для того, чтобы давить оппозицию на митингах. Росгвардия. Нацгвардия. Личная охрана Путина. Это же спецподразделение по избиванию студентов. Как только ныне не называют самое обсуждаемое и массовое силовое ведомство страны. Пидоряне все. На данный момент вокруг Росгвардии расположились основные поля сражений информационной войны. С одной стороны, ярые пропагандисты активно восхваляют службу в Росгвардии, а потом закрывают комментарии. ГАИ! С другой же стороны, не менее ярые либералы обвиняют Росгвардию во всех смертных грехах. Лично я не поддерживаю ни тех, ни других и считаю, что истина находится где-то посередине. Молчать! Что за хуйня у вас тут? Ну а прежде чем мы начнем, ребята, обязательно поддержите ролик лайком и комментарием, потому что YouTube не будет его продвигать. Давайте сделаем так же, как с роликом про ОМОН. Чуешь ты, бля, сука? Тогда у нас получилось неплохо так продвинуть видео, что аж у начальника московского ОМОНа пердак пригорел. А с этого ролика пердаков пригореть может намного больше. Так что дерзайте. По традиции, этот ролик мне помогли сделать 17 тайных информаторов, а именно 17 бывших и действующих росгвардейцев, за что я выражаю им огромную благодарность. И для того, чтобы потушить уже загоревшиеся задницы ярых оппозиционеров, я сразу же скажу, что Росгвардия — это не только те ребята, которые избивают женщин и студентов на мирных митингах. Однако не стоит забывать, что в состав Росгвардии также входят и подразделения специального назначения, те самые краповики и герои вооруженных конфликтов, морские и авиационные подразделения Росгвардии, водолазы, медики, саперы, кинологи и многие другие узконаправленные и действительно необходимые специалисты. Поэтому не нужно вешать клеймо врага народа на каждого росгвардейца, и уж тем более они не виноваты в том, что в государстве произошли такие реформы. Кстати, о них. До создания Росгвардии в России существовали так называемые внутренние войска МВД России. Грубо говоря, силовой военизированный блок полиции, выполняющий задачи по обеспечению внутренней безопасности государства. Какая уголовная полиция, блять? То есть, если вооруженные силы специализируются на внешних угрозах государства, то внутренние войска также специализировались на контртеррористической деятельности, охране правопорядка и тому подобному, но только внутри страны. Итак, что же изменилось с приходом Росгвардии? Да в целом, ничего сверхнового в плане организации самой структуры войск не придумали, но важные изменения все же были. Новое ведомство, именуемое Росгвардией, по сути это отрезанный лакомый кусок от Министерства внутренних дел, в который входят сами внутренние войска. А это и части оперативного назначения, и спецназа, ВГО, авиации, морские части, медицинские центры, санатории и так далее. А также ОМОН, СОБР, лицензионно-разрешительная служба и вневедомственная охрана. Все это превратилось в ВНГ. Отличия заключаются в том, что новая структура получила возможность самостоятельно вести дела об административных правонарушениях и стала подчиняться директору Федеральной службы войск Национальной гвардии Виктору Васильевичу Золотову. Ну, знаете, этот бывший КГБшник и высокопоставленный охранник из Сасова. Ну а если быть откровенным, Росгвардия стала напрямую подчиняться президенту. То что ты, бля, продажная сучка? При этом всем, с недавних пор сотрудники Росгвардии имеют ряд весомых преимуществ не то что перед гражданами, а даже перед обычной полицией. К примеру, закон о полиции на росгвардейцев не действует, поэтому при общении с гражданами они даже не обязаны предоставлять свои документы. Надо ли уточнять, что это огромная дыра в законах? Думаю, что нет. Так как теперь теоретически каждый самозванец может нацепить форму росгвардейца и совершать преступные действия. И граждане при этом не могут даже у него удостоверения спросить. Курить, шабить, дрочить. А учитывая то, что Росгвардия теперь может досматривать телефоны, вскрывать машины и даже в случае необходимости стрелять без предупреждения, становится как-то немного не по себе. Проблема в том, что все эти меры действительно необходимы. Но
только для спецподразделений, например, для СОБРа. Так как они работают с реальными криминальными элементами, им просто необходимо сохранять анонимность и применять грубую силу. Однако все эти преимущества, которые нужны по сути только спецподразделениям, распространяются на весь откусанный лакомый кусок МВД. Именно поэтому Росгвардию и называют личной охраной Путина. Потому что подчиняется она президенту, при этом охраняет все государственно важные объекты, контролирует оборот гражданского оружия, да еще и у самих сотрудников сильно развязаны руки. Вот поэтому у народа так сильно с Росгвардией и горит. Потому что... Страшно, очень страшно. Но страшно не потому, что правительство хочет всех чипировать, вести тотальный контроль, а недовольных задавить с помощью Росгвардии. Ну, если только чуть-чуть. Но в первую очередь, потому что сами сотрудники нередко превышают свои полномочия. И теперь, благодаря таким законам, это будет еще сложнее доказать, и как следствие неприятные случаи будут происходить все чаще. Но не будем сильно углубляться в политику, у нас все-таки больше образовательный канал. Пошел нахуй! В общем, если надо найти преступника и расследовать дело, это МВД. Если надо преступника задержать или уничтожить, это Росгвардия. МВД ищет и расследует, а Росгвардия лишь оказывает в этом содействие. Но это все очень условно, так как Росгвардия выполняет огромную кучу и других задач. Для тех, кому интересно, на нашем Яндекс.Дзене есть дополнительный ролик про то, зачем на самом деле Росгвардия закупает оружие и будет ли ВНГ бросать боевые гранаты в оппозицию. Ссылка в описании. Теперь давайте взглянем на Росгвардию изнутри. Для начала рассмотрим это направление службы с точки зрения самой низшей пищевой цепи, а именно тех, кто может быть и не хотел бы служить в Росгвардии, но их туда призвали. Как служат срочники войск Национальной гвардии России? Никак, ёпты! Забегая вперед, скажу, что срочники Росгвардии – это самые обделенные срочники в мире. Мало того, что чаще всего у них форма и вооружение старого образца, так еще и зарплата в два раза меньше, чем в Министерстве обороны. Они одни из немногих, кому до сих пор надо делать подшиву. В Росгвардии больше всего межнациональных конфликтов, кормят хреново, так еще и в интернетах их говном поливают. Сотрудник Росгвардии. От тебя, блядь, говной воняет даже. Исходя из полученной мной информации, почти все срочники Росгвардии попадают на КМБ. А при необходимости, срочников-специалистов могут привести из учебок Министерства обороны. К примеру, так иногда делают с кинологами. Самих частей Росгвардии очень много. Но все их можно условно подразделить на две категории. Военизированные части и СМВЧ. Специальные моторизированные воинские части, в народе известные как ментобаты. И если служба в военизированных частях похожа на службу в Минобороне, то СМВЧ это ближе к полиции, так как местные солдаты ходят в городские патрули и несут службу вместе с ППС. Сами воинские части, в зависимости от своего направления, коих очень много, могут состоять из нескольких типов подразделений. Основа – это патрульные роты. Патрульные роты на автомобилях, есть даже роты патрульных катеров. Сюда, кстати, солдат тоже привозят из учебок. Помимо этого, есть роты охраны, материально-технического обеспечения, связи, РХБ защиты, саперные, снайперские, кинологические и так далее. Есть даже отдельные подразделения ФСБ ВНГ. То есть, как минимум, помимо патрульных солдат, обычных стрелков и пулеметчиков, в Росгвардии служат еще и повара, сварщики, водители, механики и так далее. Естественно, никуда не делись подразделения спецназа и разведки, но там сейчас служат в основном контрактники. Для тех, кто хочет более подробно изучить состав Росгвардии, а также узнать о ее главном управлении, материалы на эту тему скоро я публикую в нашем Яндекс.Дзене. Поэтому всем советую на него подписаться. Ну и на группу ВК тоже подпишитесь, там у нас в последнее время мимасов много. Зарплата рядового срочника Росгвардии – это одновременно и смешно, и грустно. Всего 1040 рублей в месяц. Это Россия! Конечно, в зависимости от должности и региона, бывают надбавки, но в целом это... Пиздец нахуй, блять! А если учитывать, что многие срочники Росгвардии ходят в патрули по городу и имеют свободный доступ к магазинам, то это вообще не деньги. Этого даже на сигареты не хватит. Интересно, а сколько зарплата у Золотова? Ой, что-то меня опять не туда понесло. Но тут стоит отметить, что правительство вроде как с начала этого года обещало повысить оклад росгвардейцам до уровня Минобороны. Напишите в комментариях, сделали они это или нет.
Сами по себе воинские части значительно меньше, чем в Министерстве обороны. Численность личного состава в среднем по 200-400 человек вместе с контрактниками. Однако подразделения, занимающиеся охраной важных государственных объектов, могут быть и значительно больше, вплоть до 1000 человек. Опять-таки, везде все по-разному. То же касается и формы. Несмотря на то, что Росгвардию якобы полностью переодели в моднявый мох, в некоторых военизированных частях солдаты по-прежнему гоняют в старых хэбэхах и шьют для них подшиву. Кстати, напишите в комментариях, кто носил такую форму и год своей службы. В СМВЧ в основном сейчас уже все ходят в полицейской форме. Причем самое тупое, что в этой форме солдаты заступают в городские патрули и в этой же самой форме ходят на рабочки внутри части. То есть ты в ней в земле копаешься и в ней же в патруль заступай. Да смотри, чтоб она при этом идеально чистой была. Кстати, о патрулях. Неделя в патрульной роте делится на две основных части. С понедельника по среду и с четверга по воскресенье. Первую половину недели солдаты СМВЧ Росгвардии живут как совершенно обычные солдаты. Подъем, зарядка, завтрак, куча построений на плацу, рабочка и занятия. Также наряды, также командирские дни, также дни РХБЗ, но ближе к выходным они заступают в городские патрули и ППС. Причем в некоторых частях срочники заступают в патрули с шевронами «Полиция», а не «Росгвардия». В общем, хрен его пойми, везде все по-разному, так как многое зависит от прихоти командиров. Патрульно-постовая служба для срочника – это самый настоящий проеб. Ты просто ходишь по заданному маршруту в городе. Конечно, всегда есть риски, что что-то произойдет, но это больше как исключение. Чаще всего солдаты просто ходят, едят гражданскую еду. Проклятую еду. А некоторые из информаторов умудрялись даже в кальянной посидеть. Также служба в СМВЧ дает уникальную для срочника возможность бесплатно побывать на значимых и масштабных мероприятиях. К примеру, во время охраны концертов, фестивалей, а особо везучие охраняли чемпионат мира по футболу и гран-при Формулы-1. Но это редко. Чаще всего росгвардейцам приходится участвовать в так называемых литерах или литерах, не знаю как правильно. Вы поправите. Если коротко, то это мероприятие по охране первых лиц государства на территории аэродромов и других местах. То есть это такой живой забор из росгвардейцев, стоять в котором приходится долго. Так как это живое заграждение обычно выставляется аж за 4 часа до прибытия важной личности. Мой самый долгий литер 19 часов. Медведев прилетел покататься на лыжах в Красной Поляне, потом улетел в Москву, потом опять прилетел, а мы все это время стояли. Барин, блять, пока стоишь даже посрать нельзя. Питались сухпайками, один сухпай на троих. Помимо оказания содействия МВД, Росгвардия также участвует в поисково-спасательных операциях совместно с МЧС. Теперь, что касается обучения. По классике жанра, профильные подразделения, вроде тех же кинологов, обучаются согласно своим специальностям. А если говорить про СМВЧ, то проводится много теоретических занятий, вроде изучения статей Кодекса об административных правонарушениях и Уголовного кодекса. Из практических занятий учат задерживать человека, проводить осмотр, выставлять цепочки, делать стену, вал и так далее. В общем, учат работать резиновыми дубинками и стальным щитом. Кстати, мне понравилась одна деталь по поводу стальных щитов. Главное назначение щита – возможность беспалевно пасать, стоя в цепочке. Я серьезно, некоторые так делали. Примерно так мы и стояли на футболе. Со стрельбами все тоже достаточно неоднозначно. Одни подразделения стреляют раз в месяц, другие по нескольку раз в неделю. В большинстве своем стрельбы по классике проходят из автомата Калашникова и другого штатного оружия. Однако некоторым подразделениям везет, и у них проводятся совместные стрельбы с СОБРом, ОМОНом и спецназом. Тогда срочникам Росгвардии удается пострелять из разнообразного оружия от СВД до РПГ. Если говорить в среднем, то Росгвардия стреляет все-таки часто. А по сравнению с некоторыми подразделениями Минобороны, очень часто. В натуре! И это однозначный плюс, но есть и существенные минусы. Чаще всего срочники Росгвардии жалуются на реально низкое качество вещевого довольствия. Форма старая, нателка очень старая. Если в Москве и Питере с этим еще как-то более-менее, то в остальных регионах полная жопа. Автоматы раздолбанные, каски и броники старые, а если и есть что-то новое, то одевается только на крупные мероприятия и проверки. Типа знаете, как чистая одежда для того, чтобы на люди выйти. Также многие срочники сетуют на плохое качество питания. Мол, тут нет шведского стола, как в Минобороне, а из выбора остается только есть или не есть.
Но опять же, мне кажется, что так далеко не везде. Поэтому те, кто служил в Росгвардии, напишите в комментариях, как у вас было с питанием. Из первых уст еще одна распространенная проблема в рядах Росгвардии – это частые межнациональные конфликты, возникающие на фоне большого количества призывников и офицеров кавказской национальности. В армии тоже межнациональные конфликты встречаются отнюдь нередко, но почему-то именно про Росгвардию мне об этом писали больше всего. Как обычно, дополняйте и пополняйте мой рассказ в комментариях. Расскажите, как с этим было у вас. Ну и разумеется, одна из главных проблем Росгвардии, куда же вообще без этого в России, старая добрая коррупция. Причем как в крупных масштабах, вроде отмывания денег на закупках, так и в мелких масштабах, в виде платных увалов и даже платных нарядах. Таких приколов я не видел еще, парни. У нас очень коррумпированная рота, наряды и увалы можно купить. В наряд по учебному корпусу ходит один человек. Он купил наряд у командира роты. Там проеб, 3 косаря в месяц. За пределами части тоже есть платный наряд, 4000 в месяц. Потому что в некотором смысле проеб. Не дрочишься в роте, в другие наряды не заступаешь, на стрельбы не ездишь, но есть один минус, мало спишь. Мне кажется, это отличный повод проверить некоторые сочинские части на наличие недобросовестных командиров. И ебнуть их как следует, со срочников, сука, деньги трясут. Запомните, джентльмены, эту страну погубит коррупция. Теперь, что касается контрактной службы. После срочки я некоторое время вместе с другом хотел подписать контракт в ВНГ. Однако я не пошел, а друг пошел. И очень сильно пожалел. Почему? Да потому что отпуск как попало. Через сутки караулы. Постоянно то наряды, то казарменное положение. Скотское отношение начальства, так еще и зарплата 23 тысячи рублей. Да что уж там говорить, если даже транспортный ОМОН за все свои риски получает копеечную для Москвы зарплату. Естественно, условия и части бывают разные, и разумеется, пусть каждый решает сам. Но лично я рад, что не пошел. Ну и напоследок, что касается традиций. Каких-то самостоятельных новых традиций у Росгвардии пока что нет. Если только традиция бояться пластиковых стаканчиков. Поэтому все основные традиции перекочевали из внутренних войск. Причем у каждого подразделения они свои. У спецназа это всевозможные сдачи на береты, тельняшки, шевроны кулак с автоматом, форму излом и так далее. У водителей всякие дембельские заезды в парк задним ходом. Ну а если говорить за всю Росгвардию, то в целом совершенно обычные армейские традиции. Из поговорок есть две самые известные. Мент ВВшнику не кент. И если не попал в ВВ, выдохни, если скоро попадешь, молись, если попал, вешайся. Надеюсь, этот ролик оказался для вас хоть чуточку полезным. Разумеется, мой рассказ далеко не совершенен, потому что Росгвардия это не одно направление и далеко не одно подразделение. Для полноты картины тут вообще надо делать отдельные ролики про спецназ, про некоторые отряды и так далее. Поэтому дополняйте и исправляйте мои слова в комментариях. Хочу обратиться как к росгвардейцам, так и к простым гражданам. Уважаемые ребята и девчата. Прежде чем что-то сделать, думайте своей головой. И самое главное, не ведитесь на сраную пропаганду, которая сейчас льется из каждого утюга. А то у одних злодеи-росгвардейцы скоро из вертолетов будут по протестующим стрелять, у вторых все, кто недоволен властью, это враги, проплаченные американцами. Да с таким подходом нам никакой внешний враг-то и не нужен, мы сами друг друга передавим. Поэтому в следующий раз, когда будешь расчехлять свою дубинку или вешать на кого-то клеймо продажного защитника власти, подумай, а действительно ли данный человек это заслужил. Давайте жить дружно. Но на этом все. Не забывайте поддерживать ролик лайком, комментарием и колокольчиком со всеми уведомлениями. Обязательно смотрите дополнительные материалы в Яндекс.Дзене и помните, что именно ваша поддержка мотивирует меня делать ролики чаще.